Здравствуйте! Сегодня я покажу вам еще один способ декорирования пасхальных яиц. На эту идею меня натолкнула моя подруга Ирина. Она профессионально занимается каллиграфией и, кажется, в прошлом году она на своей страничке в Инстаграм выкладывала фото пасхальных яиц с поздравлениями, написанными красивой каллиграфией. Я, конечно же, так написать не смогу, так как этому нужно учиться, но идея мне показалась интересной, и вот вы видите, что у меня получилось. Ну, а дальше я покажу вам, как я это сделала. Мне понадобилась бумага формата А4, белая двухслойная салфетка, ножницы, клей, кисточка и белок куриного яйца, а также интернет, Google и принтер. Разделяю салфетку на две части. Ее нужно аккуратно приклеить на лист бумаги для принтера с двух сторон. Здесь и здесь. Аккуратно проклеиваю одну сторону бумаги. Приклеиваю салфетку. Тоже проделываю и с другой стороной. Проклеиваю салфетку и аккуратно наклеиваю ее на бумагу. Салфетка должна плотно приклеиться к бумаге по всей длине, иначе у вас будут неприятности. Бумага застрянет в принтере. Обрезаю лишнее. Вот такая заготовочка у меня получилась. Ну а дальше по запросу в Гугле «пасхальная надпись каллиграфия» вы найдете вот такие картинки. Я копирую их в Word, корректирую размер и распечатываю на подготовленной бумаге с салфетками. Убираю бумагу, у меня остаются тонкие салфетки с надписью. И далее я работаю в технике декупажа. Выбираю надпись, вырываю ее из салфетки, мне нужны неровные края. И при помощи белка наклеиваю декор на пасхальные яйца. Чем меньше надпись, тем аккуратнее, без заломов, она приклеивается на пасхальное яйцо. Надпись, как вы видите, не расплывается. Все аккуратно и красиво. Возможно, эта идея вам понравится, и вы по-новому задекорируете пасхальные яйца. Ирочка, тебе отдельное спасибо. Люблю вас, помню и скучаю.